Здесь захоронены останки советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина. Обнаружены в ходе поисковых работ в районе Сахалина. Вечная память и слава воинов, павших за освобождение Южного Сахалина. Не раз земля горела под ногами у врага. Поставить на колени пытались Русь всегда. Но доблестные воины вставали как один. Их имена в истории мы свято сохраним. За превосходство силы, за правду и за честь, за матушку Россию, за православный крест. Отчизну прославляем победами в веках. Дети, земля родная, сияй, российский флаг. Дети, земля родная, сияй, российский флаг. Здесь похоронены чернышевские, принесли уже родственники. Помним жизнь, должна быть мирной и спокойной. И мир для нас был предками спасенный. Мы должны беречь его с тобою и во имя светлых поколений быть для подражания примером. Превосходство силы, за правду и за честь, за матушку Россию, за православный крест. Отчизну прославляем победами в веках. Цвети, земля родная, сияй, российский флаг. Цвети, земля родная, сияй, российский флаг. Морская пехота, познали Россия, знали Господь и Андреевский флаг. Итак, мы находимся с вами на мемориале, на котором практически ежегодно проводят перезахоронение погибших бойцов, которые останки которых находят на местах боев. Как правило, это где-то в топках, ну, там, где проходили бои. Вот. Когда бывает два человека, когда три, когда пять, бывает 11. И вот на каждом таком постаменте написано, какого числа было проведено захоронение, сколько здесь похоронено бойцов. Вот здесь написано 2 советских воина. Где-то на следующем написано 11 советских воинов. Среди них две фамилии только известны. Вот. Цифры разные. Поисковые отряды работают каждый год, находят останки. И 3-2 сентября проводят перезахоронение. Так, внимание сюда. Не расходимся. Самое первое перезахоронение было произведено в 1991 году. Посмотрели, вот такой. Самый первый. И дальше вот постепенно они заполняются. Помните, я вам говорила про красноармейца Матюшина, который считается похороненным на Леонидово? Да, идите, ну это сюда. Для красоты, скажем так. Специально сделали, пока трава не зарастала. Да. Двух советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина. Красноармеец Матюшин Дмитрий Тимофеевич. Имя одного советского воина не установлено. Вот. Матюшин, вы помните, да, говорила, Леонидова, у нас его имя выдохло. Но на самом деле он похоронен здесь. Через 7 лет нашли с лишним, похоронили тут. Что? Там где-то 179. 179 вряд ли. Вон там 179-го какого-нибудь стрелкового полка. Ну сейчас подойдем. 179-го перезахоронения в этом году. Видите, табличка еще не готова, но здесь внизу будут стоять такие импровизированные
да, такие импровизированные портреты лиц нету. Но известных имена и фамилии. Чернышов и Шкин. Вот так вот. Ну пойдем покажи, где 390. Пока еще, видимо, не по табличке. Сейчас мы что-то. Да, имена восьми советских воинов не установлены, установлены вот 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 человек. И плюс еще 8 в этой могиле. Берила очко. Там внизу там. Я нет. Остаться после. 23. 23 получается, да. Вот здесь лучше получится. Пойдемте теперь со мной. Так, мы пришли. Не, ну если мы здесь года выбрать, то может. У Леонида Смирных было четверо детей. Леонид последний родился уже после его гибели. Умер 2 года назад. Почему я ваше внимание заостряю? Ну, он не лежал. Все сюда. Так, сейчас еще один подойдет. Либо он техник. Внимательно читайте, что написано на знаке. Здесь 16 августа 1945 года пал смертью храбрый командир 3-го батальона 179-го. 9-го полка. Вот почему заостряю вашего внимания. Он здесь похоронен? Похоронен где Леонид Смирных? Леонидова, совершенно верно. В честь Леонида Смирных, да. И в Леонидова он похоронен. А здесь это место его гибели. Вот тут, вот в этом лесочке, здесь раньше не было деревьев, проходила линия окопов, где Смирных, где-то кукушка была спрятана на деревьях, где-то там, далеко, километров 2 может быть. И пули снайпера его убили. Понимаете? Кукушка это кто? Кукушка снайпер. Террорист-снайпер. Вот. А кто такой Леонид Смирных? Да, снайпер, вот, пожалуйста. На, подержи, пожалуйста.
Да. Аккуратно, колени. Колени. А когда, сколько ему лет было? Ему было 34 или 35 где-то. Я хочу просто вам помнить, я вам статью за 45-й год. Журналист, когда открытие мемориального комплекса у нас Леонидова было, он присутствовал на этом открытии, и он писал в этой статье еще и о тех, кто похоронен. Вот про Мокшина я вам читала, сейчас хочу зачитать о Леониде Смирных. Это человек, который персонально знал героя нашего. Товарищ Смирных был поистине русским богатырем. Самого большого размера армейская гимнастерка, и та приходилась на его могучую грудь только в обтяжку. Однажды я наблюдал, как он в лютый мороз своими немерзнущими руками сгибал разогнувшуюся толстую железную пряжку у подпруги седла. Без молотка и тесов другому это не удалось бы сделать, а он нажал и согнул. Леонид Владимирович обладал пытливым умом, кипучей энергией, настойчивостью. Он был разумным, справедливым единоначальником, был человеком большой душевной теплоты и русского великодушия. Герой Советского Союза Смирных умело управлял своим подразделением в бою с японцами, принимал смелые решения и упорно добивался их осуществления. Презирая опасность, он появлялся на самых ответственных участках фронта, теплыми от сердца идущими словами воодушевлял бойцов на подвиг. Вражеская пуля сразила героя. Быть таким командиром, каким был товарищ Смирных, честь для всех офицеров. Вот. Вот на этом месте 75 лет назад, 16 августа, был убит герой Советского Союза. Запомнили? Да. Спасибо вам. Насколько вот есть от деревни? Его приезжали ветераны в 70-м году, и они определили вот это место. Ребят, мы находимся на месте гибели героя Советского Союза. Ребят, человека, опять же. Командир 3-го батальона, командир. То есть это руководитель. Пятого года пал смертью храбрый командир 3-го батальона 179-й СП капитан Смирных. Место гибели героя Советского Союза Смирных. Деление 7, марш. Второе отделение. Так, 7, 10, 13, 14, марш. 14. Третье отделение. 3, 6, 20, марш. 20. И здесь. 7. 7 по лавкам. Памятник погибшим на Сахалине и Курильских островах.
установлен в 1996 году. Памятник был воздвигнут этот в 96-м году, в 1996-м. Вас еще на свете, наверное, не было, да? Вот, да. Вот. 1 ноября 96-го года совместно японо-российский памятник, или российско-японский. Вот. Погибшим на Сахалине и Курильских островах. Почему на этом месте? Потому что здесь как раз вот эта территория вся была занята японцами. Чуть-чуть дальше туда по просеке пройти, там будут остатки японского штаба. Несколько лет назад, недалеко от этого памятника, нашли остатки двух японских солдат. Да, 70 лет пролежали. Почему здесь задавали ребята, почему именно лодка, почему в форме лодки, да? Обратили внимание? Действительно, как лодка. А потому что у японцев есть такое поверье, что души умерших садятся в лодку и сжигают. Нет, должны садятся на родину в лодку, и эта лодка их, да, увозит там. Японцы хоронят своих соплеменников по буддийскому обряду, по традициям Японии. И все умершие японцы должны быть желательно похоронены на территории Японии, на родной территории. То есть происходит кремация, правильно? По буддийскому обряду. Да. Наших солдат хоронят где? Видели, да? На мемориале мы сейчас были. А японцев передают здесь, поляна есть специальная на берегу речки, и их кремируют, устраивают костры и сжигают. Но интересный факт. Если, допустим, нашли останки японца, у него нет черепа, значит, его не считают за человека, и его не сжигают. Ну, или сжигают, может быть, но не считают, как это самое. Обязательно ищут, чтобы был череп. Да. Вот здесь вот есть развилка. Ребят, дорога одна ведет туда, вот туда, а вторая ведет туда вверх. Вот эта, которая ведет прямо туда, там находится, я же говорю, тут все было в японских этих сооружениях, складах и тому подобное. Там находятся помещения, где были два этих пороховые склады, где они хранили порох, оружие, там всякое. Сейчас они просто закрыты. Они закрыты, да. Несколько лет назад еще там было бесхозное помещение, неухоженное, грязное все. Но сейчас там закрыты, там висят большие хорошие двери, говорят, что там делают музей. Причем организовывают его поисковики. Наконец-то еще вот. Да, там будет музей, когда-нибудь будем мы туда ездить. Но там были вот настоящие пороховые склады, на которых остались следы от пуль, пулеметов, там, минометов, я не знаю. Прям там такие отдушины вентиляционные и отбиты, видно, что вот пули туда били, и следы вот этой вот войны, они остались, никуда не делись. А если мы пойдем по вот этой дороге, но это нужно обязательно идти с инструктором, с курсоводом, то мы дойдем до места, где когда-то был японский лесопромышленник, жил богатый. Там даже остались остатки его дома. Когда военные, дело близилось к войне, уже совсем близко было к военным действиям, ну, может быть, в 43-44 году, японцы этого лесопромышленника выселили оттуда, установили там наблюдательный пункт. И до сих пор, во всяком случае, еще 2 года назад, вот эта вышка, видите, она из бревен сколочена, не из досок, а из настоящих бревен, высотой с 5-этажный дом. Да. Вот это была наблюдательная вышка, и японцы с этой вышки, с верхушки ее, наблюдали погранзаставу, вот ту самую погранзаставу, ту территорию за 50-й параллели, где мы с вами были с самого начала приехали. Помните? Вот, Южная Хандаса, погранзастава, где служил Гуэкуэй. Вот они с этого места, отсюда сопки, там сопки, вот на этой сопке, на этой возвышенности, вот эта вот вышка, и они с нее вели наблюдение за нашей границей. Как бы, ну, если будем говорить о том, что если японцы оборонялись, это одно, если японцы наступали, да, это немножко другое. Вот это вот, как бы, наблюдать за погранзаставой, это хорошо, а быть артиллерийским корректировщиком, специально, да, это второе назначение, это неизвестно. Военные, которые... Не бомбили, а то есть все там было, грубо говоря,
артиллерийские, под артиллерийским прицелом. Да, войну назначили, да, то есть как... Значит, да. И что характерно, вот ну, там был у нас экскурсовод, значит, и когда немцы уже поняли, откуда ведется корректировка, не помню, то ли авиационный... Там про группу, он знает, что он идет на стрелу, то сейчас его прострелят насквозь, и он идет на этот вот шаг. Это нужно обладать таким мужеством, какой стойкостью. Вообще зачем это делать? Зачем человек совершает? Чтобы не оставили рота, взвод рота. То же самое делал и Антон Буйвы. В бою нередко так бывает. В часы опасности и бед один солдат подчас решает судьбу значительных побед. Ползет сержант. Еще немного, и самурайский смолкнет зов. До взрытой пулями дороги, по взрытой пулями дороги пехота ринется вперед. Голову не могло было поднять. Погибло много бойцов. Невозможно было, наступление захлебнулось. А позади, прижавшись плотно к земле, пропитанной водой, лежит его родная рота, друзья по школе боевой. Сигнала ждут, в ладонях грубых сжав автоматы. Меж кустов Антон до боли стиснув зубы, скользит под пулями врагов. Патроны все, каким ударом снести врага? Пехота ждет, бросок в лицо пахнуло жаром и захлебнулся пулемет. Был уже ранен. Тяжело ранен на подступах, на подступе к зубу. Его напарник, который подавал ему для пулемета пулеметную ленту, вот эту вот, как они говорят, пулеметную ленту, уже погиб по дороге, посередине дороги где-то к этому зубу. Раненый поднимается во весь рост и щитком пулемета и грудью прижимается к этому дышащему, огнедышащему жерлу зубу. И вот эти доли секунды, минуты, какие-то доли минуты, дают возможность бойцам подняться и сломить вот это вот гнездо, которое не давало, стреляло постоянно, не давало. Причем этот дзот, как мы читали недавно совсем, недавно в архиве открыли документы, книга Дегтярева Николая, очень интересно был устроен. Он был не где-то в земле. Болотистая была абсолютно почва, в землю зарыться японцы не могли. Дзот этот стоял вот таким срубом деревянным. И в полный рост там стоял человек, который стрелял, не давал пройти. И этот же дзот с флангов прикрывали еще другие дзоты. Представляете? Очень тяжело было подобраться. Небо с морем зовем, звезд
связаны духом одним, и десант, и морфлот. Дорогие друзья, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и не забывайте ставить лайки. Приятного просмотра!